Американцы! Последний сценарий Петра Тодоровского, человека, прошедшего всю войну и посвятившего этой вселенской трагедии несколько картин. Приветствую, союзники! Good day, sir! Но этот фильм не о войне. И надо, засучив рукава, доказать, что мы можем хозяйствовать не хуже, чем воевать. Это фильм о первых днях мирной жизни для всех. Жду. Русских, американцев, немцев. Их бин Иванов. Иванов? От слова Иван. Как у вас фриц, а у нас Иван. Русская народная песня «Водовоз». Потому что без воды и не туды, и не сюды. Я люблю тебя, мой дед. Люблю больше жизни. Понимаешь? Всероссийская премьера в далеком 45-м. Встречи на Эльбе.